После небольшого перерыва мы опять возвращаемся к жанру 3D-экшн. И на этот раз нам предстоит бегать, прыгать, стрелять и махать руками. Перед нами Син, игра, где в который раз в смертельной схватке сошли силы добра и зла. Далекое будущее. Кругом господствует анархия, а правительство пытается остановить волну насилия, торговли оружием и наркотиками. Везде творится беспредел. Человеческая жизнь ничего не стоит. Чтобы хоть как-то обуздать преступность, власти нанимают частное охранное агентство. Связано это с тем, что армия и полиция не смогли удержать порядок. Теперь осталась последняя надежда на дюжих молодцев из частных контор. Мусорщики большого города. Вот кто они. Только собирать им предстоит не старые газеты и стеклотару, а криминальный элемент – карманников, убийц и насильников. Вам предстоит влезть в шкуру одного из руководителей элитной бригады, нанятой правительством для очистки города от криминала. Эдаким Джеймсом Бондом, рубахой парнем с огромными бицепсами и квадратной головой. Уровни, а их в игре больше 20, поражают своим разнообразием. Вам придется стрелять с вертолета, лазить по штольням, выкуривая оттуда всякую нечисть, а иногда просто гулять по улицам большого города, пугая всех прохожих одним лишь своим видом. По мере прохождения уровней у вас, как у добропорядочного геймера, может сложиться впечатление, что с сюжетом все ясно. Действуй по зову сердца, тем самым оценивая, кто друг, а кто враг, и все. Но нет, вы даже не представляете себе, куда вас занесет в следующую секунду. То ли в торговый центр, то ли на заброшенную ветку метро, а может быть и в саму преисподнюю. Но хватит, играйте и сами все узнаете. Мы же скажем только, что этой игре вполне можно выделить немного драгоценного геймерского времени, которого, надо сказать, вечно не хватает.